Доброе утро. У нас тут спортивный шум. Присоединяемся потихонечку. Присоединяемся. Всем привет. Привет, Самара. Краснодар. Украина. Где приседания? У нас несколько сегодня другая будет нагрузочка, но присед будет под конец уже. Привет, Пятигорск, Москва, Нижний Новгород, Питер, Алматы, Новосибирск, Сибирь. Списочки привет, Минск, Саратов. А, нет, сейчас еще двое придут. Выпрыгиваем, раз 17. Казань, Сургут, Новгород, Владикавказ, Излянтара, Зелек. Спасибо. Иркутск, Москва, всем привет. Нет, тема тренировочки у нас, соответственно, мы делаем предварительное утомление на разгибании, потом выходим на выпрыгивание. Совершенно другая нагрузка, она взрывная. Тренинг ли в отказ, смотря в чем. Вот, допустим, сейчас практически они работают в отказ, а когда будем приседать, у нас отказа не будет, тем более там сегодня будет такой тяжелоатлетический присед, достаточно глубокий. Мы чередуем его и по амплитуду, как и глубокий. Новый рингой, привет. Почему шорты такие дорогие? Так бывает. Про фармакологию мы не затрагиваем тему. Спрашивают, я это правда я? Не знаю. Нет, это мой двойник, ребята. Появился реально двойник, и мне кажется, кто-то меня подделывает. Снижаем ли мы девушку нагрузку на месячные? Разумеется, когда девушка говорит, что сегодня нужно полегче, соответственно, мы не затрагиваем пресс, мы делаем все, чтобы не было лишних спазмов, мы не делаем некоторые некомфортные упражнения на ноги и можем вообще просто сделать такую легкую тренировочку для верха тела и идти на степ. Сколько провожу тренировок? Достаточно много провожу. Жена знает? Что жена знает? Что тренирую девушек? Конечно, знает. Сколько тренировок в среднем провожу в день? Ну, не знаю, 10. Доброе утро. Лешик, доброе утро. Так, ну что, сейчас пока отдыхаем, только в последнем задержку делаем еще дольше и выпрыгиваем на 14. Еще раз говорю, про фармакологию мы не затрагиваем тему. Народ ждет пару поз. Пару поз будет на рывке. При приседании со штангой над головой. Зеленограду привет. Связь плохая, да. Есть такая тема. К сожалению, почему-то интернет на Петроградке стал работать гораздо хуже. Ну что, ты готова? Да. Я немножко болею. Есть такая тема. Самочувствие полная дрянь. Но я уже выздоравливаю. С интернетом у вас очень плохо. Я знаю. Так. Поехали. Тяжелая тренировка тяги. Ну, смотря что вы подразумеваете под совсем тяжелой тренировкой. На самом деле месячные, это сейчас стали в 20 веке, 21-м так популярные, с ограничениями. Раньше ограничений не было. Месячные у вас или не месячные, а работа есть работа. Зона Горьковская, да. Привет из Канска, спасибо. Сколько раз в неделю нужно тренить? Что именно тренить? Все, хорош, выпрыгиваем. По поводу бодибилдинга все сложнее. Я не очень люблю готовить соревнования по бодибилдингу. Сделать массу, подточить фигурку, да. Конкретно к соревнованиям так себе. Жена не ревнует, жена доверяет. Привет, Магнитогорску, Запорожью. Работаем, работаем. Привет, Одесса. Давай, три раза еще. Раз, два. Умничка, молодец, отдыхаем. Заключительный остался. Привет, Закарпатью. Кого больше люблю тренировать? Конечно же, девчонок.
С девчонками все приятнее, красивее и, не знаю, я получаю эстетическое удовольствие. А когда у них меняется фигурка, я за них вдвойне, втройне счастлив, даже больше, чем они. Они специально стоят, конечно, работают на камеру. Как камеру видят, сразу начинает стонать, даже если ничего не делает. Такая, так и надо прыгать на носках. Конечно, надо прыгать на носках в данном случае, потому что иначе амортизация будет входить на колени и на прочее. Если возможность у меня тренироваться... Здорово. Ну что, на разминочку аккуратно. Да, тренироваться есть. Вот пришел Виталик. Пламенный привет Краснодару. Я прочитал. Краснодар, привет. Туапсе, привет. Как я отношусь к шаверме? Хорошо, особенно если делаю ее сам. Ну что, 15 секунд и заключительный. Как получить скидку на шорты, ребят? Никак. Есть у меня определенные бренды. На самом деле я ведь никого не заставляю покупать. Как и мне. Если мне нравится маечка, я за нее и раньше платил 10 тысяч рублей. Если она мне не нравится, я за нее не заплачу ей 500. Собственно, так. Ну что, заключительный подход? На самом деле, это даже не тренировка ног. Это такое предварительное утомление перед тренировкой ног. Передать привет Сергею Слесарю. Передал. Замедление. Ну вот, у меня пришел и второй клиент. Сейчас мы с ним начнем делать. Виталя, с днем рождения тебя. Да, я тебя поздравлю. Все. Давай, аккуратненько начинай. Ко мне. Понял, убрал в карман. Мы все сделаем с тобой. Хорошо? Все, умничка. Вот видите, у человека день рождения, а он пришел в зал заниматься. И это очень правильно. Так, что, работаем. Здесь у нас еще команда по гиревому спорту работает. Так, здорово, где стоны? Пошла нагрузка, пошли стоны. Поехали еще 4. Раз, два, три. Умничка. Все, закончили. Передать привет маге с севера. Передал. До какого значения пульт должен опуститься, чтобы начать следующий подход? На самом деле, когда сильная загрузка, у меня все ребята уходят на кардио. Я уже не раз это говорил. Мы уходим на беговую дорожку, оставляем там 5 км в час и идем спокойненько около 2,5-3 минут. За 2,5-3 минуты пульс возвращается практически в норму, чуть ли не туда уже, даже к сотке. И практически и дыхание, и сердечно-сосудистая система, все начинает работать гораздо более адекватно. Поэтому если вы чувствуете, что вас накрывает, вы зеленеете, вас мутит, вы начинаете бледнеть, покалывать, соответственно, вы уходите сразу на аэробику. В каком клубе я тренируюсь? Спортивный клуб «Армия». Вы обращаете внимание на мой рот? На что еще? Может быть, на то, что изо рта исходит? Ну, типа слов, фраз, букв, нет? Так что вот. Ну что, зачем красить глаза? Судя по вопросу, это девушка, зачем вы красите глаза? Давайте подискутируем на эту тему, пока у меня есть еще полтора минутки свободные. А если пульс спокойный и высокий, можно тренироваться? Можно, здесь же зависит от того вообще, какой у вас пульс. Некоторые люди просыпаются, и до вечера у них пульс высокий, пока не важно спать. Кто включается в тренировку ног сегодня? Сейчас мы отработали разгибание с выпрыгиванием с такой лягушкой. Сейчас у нас уйдет приседание со штангой над головой в тяжелоатлетическом варианте, чтобы хорошенько протянуться. Потому что до этого тренировки все были по короткой траектории у Ани. Сколько у меня подопечных? Много. Зачем красить глаза? Затем же, зачем и вам. Чтобы их выделять. Сколько стоит тренировка? 2000. Куда Юрка Графус пропал? Почему же он никуда не пропал? Вот он тренит. Сейчас мы вам Юрку покажем. Видите, стоит, тренирует человека. Вы девушки, а кто манипулизировал пурава девушек на розовый цвет, на покраску глаз, а? Если изначально вообще глаза красили мужчины. Так что вот. Ну что, все, мальчики, девочки, всем огромное спасибо. До новых встреч. Ну, а я пошел
страховать и тренировать дальше ребят. Все, до встречи. Пока-пока. Ну что,